Приветствую, друзья! Сегодня у нас новостной выпуск. Возможно, вы еще не в курсе, но прошел слушок о том, что анонс GTA 6 может состояться 20 марта. Пока на все 100% неизвестно, будет ли это GTA, однако на американском портале GTA Forums не утихают страсти. Плюс Rockstar подогревает интерес, совсем недавно выложив загадочную девушку-робота в стиле ретро, обозначив 1998 год. Возможно, это период, в котором будут проходить события новой части GTA. Также возможно, что новая часть охватит несколько лет. Некоторые предполагают, что даже несколько десятилетий, то бишь мы начнем игру в 90-е, а закончим в настоящее время, что уж поистине фантастически и имеет малые шансы на реализацию. На форуме пользователи активно обсуждают, будет ли это переосмысление старых частей серии, таких как GTA 3, Vice City или San Andreas, либо же это будет совершенно новый город, не похожий ни на один другой, а возможно даже их будет несколько. Был слух, что Rockstar хочет выпустить шестую часть с шестью городами предыдущих частей. Это хорошо знакомый, сидящий уже в печенках Лос-Сантос, Северный Янгтон, это начальная локация в сюжетной ветке GTA 5, Сан-Андреас, в котором целых два города, это Сан-Фьерро и Лас-Вентурас, Либерти, ну и Вайс-Сити, конечно же. К слову о Вайс-Сити, фанатам задали вопрос, как вы думаете, где будет проходить новая часть GTA? Большинство ответило Вайс-Сити, возможно, виной тому слухи, а может желание вернуться на Солнечный остров. Если снова обратить свой взор на иллюстрацию, то опять-таки это вполне возможно. Подумайте сами, 80-е, Майами, много чего происходило интересного в то время. Наркотики, банды, да и в конце концов можно просто пересмотреть лицо со шрамом и сразу станет понятно, что это как минимум очень интересный период времени, где определенно будет чем заняться. Но подавляющее большинство пользователей предположило, что это будет нечто совершенно новое. Причем сюжет будет разворачиваться в наши дни, а не в 90-е, как намекает изображение с девушкой. Кстати, есть еще одна версия, что данная иллюстрация – отсылка к дате основания Rockstar Games. Своего рода праздничная открытка и ничего более. Хотя как тогда объяснить второе изображение и фразы, написанные на нем? «Убивая мечты, разрушая надежду, борись с добродетелями и измывайся над слабыми». И тут вы скажете, что будет анонс Bully 2, продолжение прохождений хулигана Джимми Хопкинса. И по логике вы будете правы, да и никто не мешает Rockstar'ам сделать анонс сразу нескольких игр. В свою очередь, мне хотелось бы поделиться своим мнением насчет первого изображения. Лично мне кажется, что оно намекает на эпоху 80-х. Об этом кричит как стиль иллюстрации, так и сама дама. Киберпанк тех лет представлялся людям именно так. Ретро-вейв, VHS, все, что так модно сегодня, вполне может ожидать нас в новой игре. Я уверен, что игра будет амбициозной, судя по RDR 2, и нас ждет огромная карта с несколькими городами. Я не готовился к видео, это просто монолог с вами, который длится уже почти 20 минут. Естественно, я ужму его до минут 5. По итогу ждем 20 марта, быть может это просто вброс, но поговорить об этом уж очень захотелось. Друзья, я создал для вас опрос, подсказка в верхнем правом углу. Проголосуйте, какую по вашему мнению игру анонсирует Rockstar первой. Быть может это вообще LA Noire 2 или Max Payne 4. Ну а я с вами прощаюсь, спасибо огромное за внимание. Если не смотрели предыдущие видео, то гляньте, я старался. Увидимся в новых видео и пока-пока.